Приветики. Сегодня будем делать салат. Называется королевский. Вот на такое блюдо. Вот. Сюда идет говядина. Я тут уже все порезала. Вот идет говядина. Потом идет лук. Сверху идет картошка. Вот, уже все заготовлено. Потом сверху идут яйца. Потом идет морковка. А сверху идет уже потом чернослив и свекла. Ну, конечно, там каждый слой майонезом. Вот. А сверху свеклы уже посыпаем грецкими орехами. Сейчас буду каждый слой, все это, конечно, буду показывать. Буду делать, как и в прошлый раз. Сначала отложу слой, перемешаю его с майонезом, а потом буду уже выкладывать. Так будет быстрее и экономнее, чтобы майонеза хватило тоже. Так, первый слой готов. Здесь говядина. Я перемешала с майонезом, но сверху еще вот немножко посыпала. Вот, поэтому так. И сейчас будем добавлять лук. Сверху лук. Так, здесь мясо, лук. Следующий слой идет картошка. Сейчас его перемешаю с Ты помнишь? майонезом. И буду уже выкладывать следующий слой картошка. Так, следующий слой на картошку идет яйца, тоже с майонезом, а сверху яиц уже будет морковка. Так, следующий слой готов. Здесь на картошке у меня идут яйца уже тоже в перемешку с майонезом, уже готовый. Сверху этого слоя идет уже, будут сейчас буду выкладывать морковка. Морковка, она вареная. Я ее тоже сейчас перемешаю с майонезом и будет слой морковки. А сверху уже пойдет чернослив, вот нарезанный мелко, и там уже свекла. А сверху свеклы уже посыплю грецкими орехами. Так, следующий слой готов. Это уже морковка с майонезом. Сейчас буду сверху выкладывать чернослив. Его майонезом мазать не надо. Чернослив положили, а потом сверху уже буду вот свеклу с майонезом. Так вот, на морковку я положила чернослив, разделила его на два, потому что два блюда еще будет. Вот, чернослив на морковке. Сейчас смешаю свеклу с майонезом, закрою все это и сверху посыплю грецкими орехами. И будет готово. И в холодильник, чтобы он настоялся, пропитался. Потом можно кушать. Так, готово. Все, свеклой я тоже уже покрыла с майонезом и сверху посыпала все вот так вот грецкими орехами. Вот такой вот получился салат. Такое вот большое блюдо. Салат очень вкусный, поэтому всем рекомендую, делайте, пробуйте. Вот. Всем приятного аппетита, хорошего настроения. Всем пока.